И тем временем мы вышли на улицы Уотердипа, и нас напали. Потому что Уотердип, как мы понимаем, находится в осаде. Ну, осада происходит изнутри. Вообще, должен сказать всем привет, дорогие зрители. Вы на канале Благородных Сыров и... ой! Стой, ты умираешь. Стражника подлечите! Да, я сейчас мага вырубать побегу. Но это не страшно. Это не страшно, у нас же есть раскошелка для Холмса. И мы продолжаем проходить Neverwinter, не помню, говорил я это или нет, все той же компании. Решили посмотреть, что у нас находится вообще за пределами таверны, прежде чем лезть дальше в подземелье. Спасибо. Ты смотри, да, у нас не бесконечная палочка, выручалочка. Ватердипец. И, кстати, нам нужно... О, крыса. Еще будет потом сохранить... Крыса гуляет. Заряды для того, чтобы... Воскрешать всех остальных неудачников. Герб. Так. Ну тут у нас лавка с оружием. Ну, кстати, как вы могли видеть, мы слегка прибарахлились, ну, по крайней мере, вот я. Ну, я как был бомжом, так и остался. А я ничего не попал, я нашел. Так, раз так, здесь есть кузнец, кстати говоря. Несанкционированное сейчас собрание здесь какое-то. Ну, все, впрочем, оно рассосалось довольно быстро. Ты там что-то есть? Делаешь? Ох, мне очень не будем разделяться, Вол, не убегай. Так а чё вы я в магазин? Какой ты там бандит, я так зашли в магазин? Да, мы зашли в магазин, а ты не пошел с нами, как мудень. Ну, собственно, вы увидели Waterdeep, и теперь... Здесь можно купить, в общем-то. Да, здесь можно купить, здесь можно продать. Что с этой женщиной? Почему она... Нет, там доски, камни. Она по стойке смирно стоит. Ну ладно, в общем, собственно говоря, в чем дело. Сейчас мы побегаем здесь и уже встретимся с вами снова на северной части подземелья. Итак, мною владело любопытство. Пьедестал. Говорящий говорит мне: «Шшшш, эй ты, дай мне золотой!» Похоже, он исходит с самого пьедестала. Я бы не слушал на твоем месте. Не обращай... А, нет, почему же? Я просто провожу кое-какое исследование, не слушай этот пьедестал. Продолжить. Не слушай его! Я хочу подоказать тебе кое-что особенное! Не обращай внимания на собре и положить золотую монетку. Золотая монетка взлетает с пьедестала и бьет вас в висок, оставляя уродливый рубец. Осторожно, босс! Какая жалость! Дикин предупредил слишком поздно. Я ж тебе говорил, я изучаю кусочек грязи с одной из улиц Уотердипа, которая проклята. Это пьедестала отвратительное чувство юмора. Пьедестала чувство юмора? У меня, кстати, есть предложение насчет Уотердипа, тут называть его глубинка можно. Глупор. Водоглубинка. Расскажи об этом, короче. Много лет назад один из лордов водоглубинки обратился к козлу и прыгал своих товарищей лордов. Он убил троих из них, пока не... Обратился к козлу, пока не раскрылось его истинное обличье. В то время правил главный лорд, очень могущественный маг. У этих двоих состоялась примечательная магическая дуэль, что развернулась на всю ширину старого водоглубинка. В конце концов, хороший лорд победил. И он проклял землю, на которой умер. Плохой лорд сказал, что память в этом месте, поэтому злом мага ничего не будет стоять на этом месте. Он проклял плохую землю лорда козла. Каждый, кто кладет неживые предметы размером покрупнее кусочка щебня, получает этими предметами по голове. Блин. Я экспериментирую с этой грязью. Хочу узнать, нельзя как-нибудь добавить в металл, чтобы создать магический доспех. К сожалению, грязь, похоже, как-то отталкивает металл, так что весь металл просто не работает. Это потому, что ты хреновый маг, говорит пьедестал. Когда-нибудь я избавлюсь таки от этого пьедестала. Ладно, надо возвращаться к работе. До свидания, Зигмар Клыкцапли, остерегайся этого пьедестала. Да. Не, забавно у них отношения с пьедесталом. Вот еще соблазнительный вариант попробовать сделать у него кражу. Ну, я бы не знал. Ну, что, мы же хорошие ребята, ну. Может, тогда носить его? Ну, мне не стоит, конечно. Да ничего. Нет, а там нормально что-то есть, что ли? Или что? Ну, не знаю, тут еще там нужно пока не попробуем. Один карманная кража. Ну, давайте попробуем. Что нам? Мы же играем. Ай, Рандор, давай убежим. Провал! Эй, ты, положь на место, заверши диалог.
Ну, не удалось. Видимо, если сможешь украсть, то... А почему Дикен со мной вышел? Ну, не знаю. Может, он твой напарник? Нет, он напарник Вола, ну, он короче, со мной ладно. Пошел. И все-таки, но, да, вас же отряд. Мы вернемся в подземелье через несколько секунд. Итак, мы наконец-то вернулись в подземелье. Подгорье, точнее, Берджи Холастера. Вот, мы прошли небольшой ребрендинг, как вы видите, мы все покрасились слегка. Теперь мы, дабы отличаться еще разительнее от прислужников тьмы, вот, богомерзких дров, мы облачены теперь в модные обтягивающие наряды. Мужественные. Очень. Разноцветные. Ренар, ты не в ту сторону тыкаешься. Да, ты... Так ты сказал налево. Зачем ты туда пошел? Так это право, а не лево. Лево относительно меня было. Ты не по карте смотришь. Ну, я оставлю это без комментариев. А у тебя, кстати, Валенар, сколько дикенов отображено? Ой, тут все в ловушках. У меня два дикена. Да, у меня... А нет, у меня три теперь тоже. Один у входа, а два других в центре. Тут можно пройти. Ой, ой! Что такое? А, там... Блок дроу, ваш питомец мёртв. Кто-то активировал ловушку. Там застрельщики дроу. Вы их херачат-то. Стреляйте в них или что-нибудь делайте. Сейчас я убью мод. Сзади нападают, сзади. Так, время использовать. Всё, я убил дроу. Ой, дикена убили. Или нет? Нет, не убили Дикена. Да, он здесь. А, он невидимый какой-то просто. Дотянусь. Блин, вот это экшон начался. Проходим. Я сейчас пытаюсь добраться до рычагов. Да, надо добраться и отключить это все. На 42 ударил. Готово. Хорош, все отключено. Все, вы их выпилили, да? Чудесно. Да, так, сундучок. Там вниз. В центральную комнату. Так, сейчас я посмотрю сундучок этот. Нет ловушек. Так, доспехи. Неразрушимый нагрудник. Че он дает? Разные мелочи. Нет, если хотите, можете взять или не взять. Камень яркости. А нет, я не смогу взять у меня. Я, пожалуй, это возьму. Тебе надо. Доспехи такие. Я думаю, тебе свиток? Не пригодятся. Свиток найди ловушки. Мне пригодятся. А у тебя какие доспехи какие? Что у тебя не дают? У меня доспехи там в сумме дают... Вообще, блин. Смотри, тут класс защиты 5. Может, это, средняя броня, тяжелая. А у меня в сумме дают 12 брони. Окей, тогда 8 это вот. Поищу двери пока тут потайные. Не, все-таки классно с высоким навыком обнаружения с одной стороны. Да. Так. Не, ну тут ничего нет, тут не может быть дверей даже. Ну тут потолки наклоненные. Не может быть, ой, потолки, говорит. Стены. Ну вот здесь есть такая. Я сам смогу добраться. Обычная дверь. До призрачного Дикена. А кстати, Дикен реально, а чё он такой снял-то? Где-то там за стенкой. Уровень. Так. Дикен, так. В общем, переметнулся под предводительство Арамтора. А, блин, это же в центральную комнату. За стене. Так, мы куда пойдем? Дальше? На север, надо. Да, дальше. Что-то я это... Вот, в принципе, он долго действует у меня. Каменная кожа, так что я, наверное, буду кастовать ее заранее. Ну да, на час вроде бы есть. Нате! А ну и сильно я его мочу? Проще. Херово, вообще... на 5, на 8. Слабенько. О, там огр. Ой, здесь тролль. Угорь! Злобный угорь! Тролль телохранитель. Бей угрей! Бей угрей, да. Странный угрей. На! За просто затыкано феерично. О, тут зеленая палка. О, палка? Да, ну, такая палка, в смысле, у меня. Да, и палка. Ну, как палка здесь, квестовая здесь, палка. Здесь волшебный порошок. Собираем фломастеры.
Ловушечка нет, да? Есть? Нет. Нет, ловушки нет. Нет, нет. Нам нужна помощь. Здесь нужны опытные инженеры. Так что? Останови его, нажми следовать. Так это... Он слушается всех Диккенс. Нажми... Двухлезвийный меч? Да, кстати, теперь Диккенс слушает. Я взял. Что? Деньги 4300. О, меч крутой, прикольный. Чтобы он не помогал тебе открывать ловушки, просто выбери, не помогайте, все, он то не будет вмешиваться. Теперь Диккенс с Холмсом ходит, вот в чем дело. Да? Да ладно. Да. Не так знаю, нет. Не могу с ним вообще поговорить даже. А вот теперь снова со мной, а я вот, да, это он. Ой, что это я попятился, смотри, бочком. Так, ладно, надеюсь. Дурацкий Диккенс. О, Диккенс говорит таким голосом кабальдейным. Там мы были, а тут мы... Кабальдинья. Так, тут следы какие-то. Кабальдина-Балкария. Ой, здесь просто... А я вернулся. Хорош. Я ловкий. Ой! Мочить статую! Не, нафиг, я в сторонке постою. Ой, почему неэффективно? Не знаю, я пошел, я не хочу умирать. Защита от элементов, дайте скастую. Ну, стой, ну куда побежал? Ну? Я вылечился. Типа, чтобы ловушка не бахнула, да? Мне, конечно, колдовать надо, но не магию боевую. Защита от элементов. Все, пошел ломать, пошел. Она не ломается. Вот, да, смотри. Ну давайте я его шаровой молнией бахну. Тролль-телохранитель. На тебе, всё. Ой, не получилось. Есть тролль или нет тролль? Зараза. О, бьётся. Дроуг с гранатами. Ну тебя там хорошо, помогайте. Наверное. Ну что делать? Тут толпа, он... Ты не успел его убить, он предупредил. Кстати, у тебя хп мало. Да, я знаю. Это у Диккена мало хп. Ай. Ну, Диккен. Там нас ждет толпа. А вот они прибежали сюда. Ты чё? Отбился от стаи? Сейчас получишь по лицу за это. Ой, я чё, на дроу сколдовал защиту от магии? Тут не конец. Я на Степана скастовал защиту от магии. Ну, блин, ну правильно? Вообще нормально. Так, вот тут они толпой врываемся сейчас из устраиваем. Ну, Волм, ну что ты так спидранишь, скажи мне? Че это я спидранил? Задолбал. Постоянно спидранишь. А вот зеленая броня, которую мы находили в предыдущем на броне. Зеленолист. Ты даже не осматриваешь, что там остается. Ты сразу бежишь вперед. Я уже знаю, что здесь остаются порошки от эльфов. Да ты не заметил вот этой брони зеленой даже. Да. Теперь продам. Подожди, дай я забафую тут тебя. Вон, врываемся. Даже забафаться за что, не надо, что ли, забафаться? Я сейчас Диккена вылечу. И тебя, ворчливый маленький, зот вылечу. А дайте, может, вот сюда сначала, в эту дверь? Не, надо все-таки выполнить каприз Валинарда и ворваться, я думаю. Убить эльфов надо, они ж злые! О, да я оружие тебе зачарую, Арандорище. Да у меня вроде зачарованы уже. Так я дополнительно зачарую. Иммунитет против разума, это хорошая штука, да. Подброски увеличены, конституция увеличена, теперь 100-500 хп. Все, теперь можно идти. Так, а ну-ка сейчас вот, я хочу испытать одну штучку. Сейчас вот взорвался, сейчас на паузу поставлю, подождите. У меня такая штука есть, дело в том, что которая может... Потенциально убить с одного удара любого противника. Сейчас я на застречке испытаю ее. И... Херак! А почему там даже не потратилось? Непонятно. Ой-ой-ой, там маг, сейчас я что-нибудь ему сделаю, подождите. Призрачный убийца. Так, я пока беру на себя медведя. Что, не получилось? Медведятина. А подожди, я его убил? А не знаю, или ты, или... Ага, не получилось. Ну, наверное, не я. А ты с кем сражаешься? Блин, он на себя скастовал.
Он на себя скастовал эту. Я его вообще не вижу. А Деск скастой видимо. Это не видимость, у него призрачное что-то. У меня есть рассеивание. Разбивание заклинаний. Блин, да где оно? Сейчас. Подойдите к ней вот отсюда. О, да, кстати, блин, здесь много вещей осталось. Интересно. А вот тебе не зараза, а? Скелеты я подождите, убью. Сейчас я не могу понять, почему не колдуется нифига. Так надо на цель колдовать. Просто классно на нее. Я знаю, я нажимаю на цель, не колдуется. А ты цель видишь? Лечится. Потому что она невидимая. Нет, я ее вижу. Но за то, что она невидимая, я не могу. А, ну... Так ты подойди, Рандор, чё встал ты? Я подойду, пары увидишь. Она уже выхилилась на полностью. Вот, кстати, да. Давай, тыкай её палкой. Вот, сразу бы так сделал. Ну нет, я это не видел, я же не знал. В общем, врыв обернулся веселеньким мордобойчиком, как всегда. В итоге всё свелось к избиванию женщины, которая отчаянно пыталась спастись. Но не судьба. Здесь шмотки. Где шмотки? Нужно определиться. Определи, Холмс. Слушай, Дикин дичь тупорылая. Он опять стреляет. Так видишь, это ты нажался. Сапоги выносливости плюс 4. Да блин. Какой критический удар? Поговори с Дикином, скажи, чтобы он не делал так. Класс. Заклинание воздействия на разум, иммунитет шлем дает. Я возьму, пожалуй. Может, мне лучше, чтобы мне путины? Да? Кому сапоги на телосложение? Нет, тебе... У меня есть шлем, в принципе. А рапира? Я могу взять. Посмотри рапиру. А, рапиру еще. Что так. Рапирка-то дает? Рапира высокой дороги. Бонус кислота. Плюс один, кислотный урон. Ну, в принципе, неплохая. А подожди, там что-то еще острый. Удвоенный диапазон критической угрозы. Нет, я знаю. Но мне... Это я возьму. Нет, ее можешь забрать и продать. А эти нужны? Нет, сапоги, кстати. Если я взял сапоги. Себе, да? Короче, в принципе, тебе они нужнее, мне кажется. Да? Нет, давай поменяем. Давай махнемся сапогами. Повышается выносливость, то есть ХП будет больше. Возьми. И из-под броски-то на всякие болячки. Вот. Покорми Степана. Слушай, так с компаньоном я вообще ни разу не играл еще. Я вообще про него забываю. Ты можешь, кстати, управлять, ты же знаешь, да? У тебя джойстик специальный. Так шлем. Он какого цвета, интересно? Ого-го, он черный, скорее всего. Блин, враги поблизости. А, враги! Так, а вы в сундук не заглядывали в этот? Нет. А, нет еще. Я его. Ой! Нападают! Напали! Как это? Огр подкрался! Вот на тебе! Так я сел отдохнуть, да, но он подкрался сразу. Так, а так. Сундук посмотрели, проверили? А, так тут надо две силы быка, а изумруд я возьму. Господи. Как обычно, классика, да? А кого теперь мне штем надо покрасить? Хотя, с другой стороны, конечно, да, как бы ты понимаешь, что нельзя слишком сильно губу-то, губишу раскатывать. Не все ж везде выпадать всякие классные вещи. Губыша. Так, покрасим вот так вот. Как поспал, браток, братишка? Блин, зеленая ветвь, красная ветвь. Они зачем как нужны поспал? Эти ветви вообще? Как поспал? Хорошо поспал. Зачем мы нужны? Вставлять его в рычаги и опускать колонны, чтобы добраться до центра. Так мы же уже можем пробраться. У нас есть синяя, красная и зеленая. Теоретически можно пробовать. Не факт, что мы опустим весь ряд, но можно опускать... Желательно хотя бы... Зачем надо делать, если у нас еще столько тут не залутано? Ну, конечно, не залутано всего, только всего. Как же поскольку. Кстати, у меня теперь шлем золотой. О, что золотой? Мы теперь оба... Ой! Ой, что это было? Враги? Это ловушка. Чё? Дикин сказал World War II? Это одно слово или два? Вторая мировая началась, когда он наступил на ловушку. Так, не будем сюда заходить? Сначала... Давай зайдем сюда. А, ну ладно. Вот сюда, вот сюда, все, надо по порядку обследовать, по порядку надо все обследовать. Ну так по порядку, первое, вообще-то по порядку... Орк-мастер дротиков! Я тебе сейчас дротист, ты. Вон справа еще. О, слева там саркофаг какой-то прям. Набегать. На тебе.
Все, упал. Давайте вот направо сюда сходим. Сундучки, сундучки, сундучки. Так, стой, сейчас дай посмотрю на сундучки с великим взором. Так. Почувствуй. Вот тут справа с ловушкой. Слева. Ой, да, слева. Извините. Обманул. Так, еще и закрыто. Ой, я не могу ему приказывать. Дикен. Ты можешь. Да, я. Так, Рандор, говори с Дикеном. Ты нажимаешь, он стреляет. Говори с Дикеном. Нормально. Так, святые воды я забрал. Значит, говори с Дикеном и говори ему не помогать, когда я открываю. Ого, рукавицы. Ой, воу, тут для тебя рукавицы. Вот так, кстати. Великие рукавицы для тебя. Кинфиста плюс. Ого. Гаси. Там все для тебя. Так, сейчас я ему скажу тогда. Все для тебя. Рукавицы. Не помогай мне, если не могу целителя для тебя. Камы и сюрикены. Ой, это кто такие тут нанизанные, смотрите. Какие-то люди, которые перестарались с краской. Нет, это не люди, стрёмно, у него рог торчит. Они уделяли краске больше внимания, чем снаряжение, понимаешь? Вот я не знаю, у меня с одной стороны, конечно, перчатки, они, знаете, дают, но и дают акустический урон, бонус атаки плюс 5. Но у меня на рукавнике ловкости плюс 3, ёпта. А, блин. Ой, там строкофаг, ну, какой-то великий. Ну, мне кажется... Так, стойте, ребят, стой, ну куда ты побежал? Тут ловушки по-любому повсюду. Я не могу друнуться до сарк-срак, ну, штуковины, в которой ветерцы лежат. Где? Дикин не может дотронуться до срак. Так, ну а давайте тогда сохранимся, раз плохое. А-за-за-за-за, как смешно. Туалетный юмор. А тут пентаграмма начерчена, ребята. Ну это ничего, давайте нормально. Давайте защиты от зла скастуем. А что тут такого? Подожди, я не могу использовать посох. Пентаграмма это безопасно. А, подожди, мне надо в руки его взять же. Конечно. О. Пентаграмма это безопасно, да? Именно так. А ты думаешь, что саркофаг злой? Ты думаешь, мы будем сражаться с саркофагом или что? Он будет нам отвечать? Отстань, Вол. Блин, а я себе тоже такой шлем хочу, кстати, золотой. Вам же нельзя. Ординатор. Ага, я каменный. Не, мне можно, чё нет? Так, ну ладно, это... Ой, ой, ой! А тут амулет здоровья. И пара камней. Так ты бей, упырята. Так он никакой, смотри, все, сложился. Тут амулет здоровья лежал. Лежал. И исчез, да? И два камня. Вот, ну я не знаю, в принципе... После того, как мы его убили. Кому-то надо этот амулет? Нет, ну у меня вроде... Никакого амулета нет. Он защищает от болезней от всяких. Ну у меня защита от болезни есть вроде. И шпладин. У меня амулет на защиту. Насколько я помню. Он в принципе этот амулет не очень нужен. Амулет хыхни. Блин, так много амулет... неисследованной фигни осталось. По-любому да, есть речь. Да, а вон я вижу, даже дверь на карте есть. Иммунитет к болезням. Вау, там ничего нет в той стороне. Ну что ты туда пошел? Не, а если вернуться и посмотреть, поискать двери? Ну, в той стороне тупик, куда ты побежал. Ну, мы сейчас я будем искать хочу... дверь. Ну, вот нет, видишь, я там где... уже... Где второй Дикин? У меня два Дикина зеленых на карте. Ой, да? Я вижу, я через стену вижу огров. Кстати, там дверь была, мы пропустили там дверь. Там толпища огров. Подожди, где дверь была? Ну, вот там, точно, где Дикины. На западе. Дикины. Ну, потом... Так, вот ну тут. Давайте, может, огров вынесем этих. Давайте. Огров выносить? Сейчас. А дверь потом? Да. Ну, ладно. Да. Да, я хочу огров повыносить. Эй, вы, упыри! Так, я врываюсь в середину боя. Да пусти ты меня, толстая... Бонус холода. Скотина. На 53 ударил. Так, я тролля телохранителя сразу мочить. Пробуем нокдаун сделать. Не получилось. Орк испугался, смотрите. Раскол, промах. Ну чё ты такой какой-то косой? Вроде ловкости до хрена. Видишь, ты мастер-дротист, получай. Тыц, испугался тыц. Нас. Это ой, конечно же. Сундучки посмотрю. Это вот на этих ящиках броня, тоже могут быть ловушки. Цветастые.
Потому что мы модные. Мы модные. Я пока не вижу никакой ловушки тут. Да нет. Да, ловушки. Безопасно. Белая палка. Теперь их три уже есть. Я возьму палку, я собираю их. Тут давайте закрыто. Скину тогда в сундук. Я коллекционирую всякие штучки, блестящие, красивые. Закрыто. На траве сидит. Нафиг их три штуки. Ну это я собрал их. Сейчас ящик закрыт. Да. О, Средикин наконец-то перестал херней страдать. Ну да, я ему сказал, чтобы не открывал. Отлично. Дворские инструменты и камень. А тут? Тут все. Тут пенелопа была одна и все. Быстро собирайте все. А да, может вылечить эту? А, Степана? Ой, что-то злая музыка началась. А, потому что я вступил в какую-то... А нет, потому что стреляют! Орочий военный жрец! Сложился. Так, нокдаун попробуем. Ух ты! Все, уработало. Удар был Чака Норриса ногой с разворота прямо в троллиную челюсть. Может быть дверь. Что? А, хотя нет. Так вот, мы здесь стоим! Тебе нужно шлем протереть немножко. Ой, залмага людоеда есть. Ааа! Че это такое? Так, вызываем медведя сейчас сначала уработаем. Да, это нерационально, но он нам будет мешать. Так. Сейчас я его клону сам. Ничего себе. Кстати, не получилось, насколько я. Насколько я помню, его можно будет. Да блин, у него цель скрыта. Телепортировался или что? Вы меня лечите? Мы? Ой, у меня. У меня закончился жизнь, кстати говоря. Ой-ой-ой, у меня тоже. Убегай! Ой, плохо, плохо. А, меня этот лечит. Так, он сейчас как долбоёт конусом холода. Больше нет конуса. У меня есть молнии шаровые. Сейчас я зато у него есть их. Конус холода. Сейчас он долбанет нам по нему. Так, ребят, как вы себя чувствуете? Нормально. Так, ага, все, стойте. Нет, нет, ой. Нет, 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 нет. О, боже. Теперь ты понимаешь, как я себя чувствовал, когда играл магом, да? Стой, стой, я с ним разговаривал. Все нормально, да? Все нормально. Слушай, так ты с ним говоришь, что ли? Ну нет, ну он успел заговорить со мной. До того, как его хоп вступил. Ну, в общем, короче, он бы нам дал квест. Ну, мы с него получили немножко опыта. Он нам дал бы какой-то квест, по-моему. И вот он бы сказал, что вот эту вот штуку, которая вот здесь, видишь, ее можно подорвать, как какой-то бочка, которую у него кто-то украл. Так, ну сейчас я с ним попробую. А мы же можем его воскресить палкой, кстати. Так что он говорит-то там? Нет, ну вон там написано же все это. Он просто устал. Прилег отдохнуть немного. Слушайте, так мы же можем на него потратить один заряд палки и воскресить его. А он не исчезнет? Ну... Сейчас, мы противник не... Так. А чего не договорим сначала с трупом? А если труп исчезнет? Да блин. Дайте хотя бы дойти до финальной фразы, когда не будет никаких вариантов, кроме как закончить диалог. Дикин любит хорошее вино. Что, мы уже бросили, да, практику читать диалоги? Вообще мы тупо стоим, да, молча. А, вол. Да. Я призываю тебя использовать джазовое воскрешение. Нет, ну сейчас... Элли Уэйс, но как он безмятежно лежит, смотрит в потолок. Ой. Зря на это нажал, у меня забросился диалог теперь. Ну все. То есть теперь его не воскресить? Да, теперь уже с ним. Зато у него хороший... Ну давайте переиграем. Хороший лутец. Ну если хотите, можно переиграть. Не, ну интересно же. У него походу сапоги горгульи, эльфийские сапоги, какие-то перчатки. Ну, в конце концов, мы можем взять квест и после этого его убить еще раз. Ну, в принципе, да. Ну да, это было не запланировано, конечно. Я думаю, чтобы не терять атмосферности, нам стоит... Да, давайте сейчас попробуем. Так, ну вот, собственно, и орк. Теперь уже мы смогли его превозмочь, и никаких осечек не было. Он жив!
Огр морщит брови. Одним ракетным штором Исака вынесли. В неком весьма неясном подобии улыбки. Улыбка, мягко говоря, пугает. Я, конечно, не ровню тебе, дорогой мой друг, но мы же оба цивилизованные существа, так что нет никакой нужды убивать меня. Да, тебе удалось победить меня по всем правилам рыцарского кодекса, так что я обязан указать тебе услугу. А ты уверен, что ты огр? Глухой хихиканье исходит из глотки огра. Да-да, я знаю. Мне полагается говорить как слабоумному, вроде «Моя открутить твоя батка!» Но я лишь играю на стереотипах, чтобы успеть бдительность моих противников. Поскольку я могущественный волшебник, все, казалось бы, должны понимать, что я также обладаю и высоким интеллектом, но они видят эту тушу и предпочитают худшее. Предполагают худшее. Мои враги склонны недооценивать меня, в отличие от тебя, конечно же. Дикин знает, что ты чувствуешь. Люди часто не любят его, потому что он кобальт. Но если они разрешат Дикину спеть для них, тогда, может, они не станут так ненавидеть Дикина. А людям просто нужно время, чтобы прыгнуть к тебе. Минутка то ли расти. Да, босс, может и так. Дикин, как хорошее вино, делается лучше, если долго сидеть у вас в погребе. Полагаю, трудно ошибиться, признав, что мои войска уже не подлежат восстановлению. Какие войска, медведь, что ли? Так что, похоже... Да, другие огры, видимо. Эта фея переросток наконец-то захватила весь этот уровень. На каких условиях ты предлагаешь мне сдаться? Можно умри, пес. Ты побежден, теперь ты мой раб. Что ты имеешь в виду под условием? Что... И что за фея? Что за фея? Ну, дробить мой череп. Я-то думал, что ты агент королевы феи, и тебя послали, чтобы победить мою армию. Но это же немного больше, мне нравится. Расскажи об этой королеве феи. В последнее время Подгорье потерпело фундаментальный сдвиг в принципах управления. Нет нужды говорить, что я пытался воспользоваться этим для собственного возвышения. Я начал вербовать сторонников и распространять свое влияние на этом уровне. Очевидно, что у королевы феи был похожий план. Столкновение между нашим подданным было неизбежно. Я думал, что эта война быстро закончится, но ее способности феи зачаровывать и подавлять чужую волю не дали ей сдаться так легко. Ты упомянул о сдвиге сил. На самом деле, даже не сдвиг, скорее провал. Галластер всегда держал нас в узде, но с тех пор, как он пропал, воцарилась анархия. Галластер пропал? Да, он просто исчез, даже гадать не буду, куда и почему, но я знаю, что заклинания, которые он использовал, чтобы управлять местными созданиями, исчезли вместе с ним. Ой, босс, Дорнин захотел все узнать, правда, если Галластера нет, то мы... Да ведь такие новости, Дикину интересно, куда он подевался. Так, ты только осознал, что Галластер пропал, я решил пытаться усилить собственную власть, захватив контроль над этим уровнем под горьем. Лишь какая, оказывается, история-то у него сложная, мы его просто завалить хотели сначала. Ты знаешь, как попасть вниз? А, ну да. Да, вот тут альтернативный способ попасть вниз, я так понимаю, в обход вот этой штуки с рычагами, которые мы собираем. Да. Тут был проход, ведущий вниз, ну, в общем, его нужно взорвать с помощью бочки. Туннель обвалился. Это мне что-то напоминает, ребята. Полагаю, ты можешь пробить себе путь бочки через обломки. Для этого можешь получиться, учитывая ресурсы этого уровня, и уронить его тердип себе на голову. Ну, если ты аккуратно смешаешь ингредиенты в правильных пропорциях, вполне возможно, что взрывом можно будет управлять. Я почти уверен, что он не убьет тебя. Ну, возможно, тебе сути бочон алхимического огня, не дает прекрасный взрыв. Так, он спрятал парочку на уровне. Ты свободен, можешь идти. Я знал, что ты мужчина великого благородства. Благодарю тебя за свою жизнь и желаю удачи во время пребывания в всем извращенном лабиринте смерти. И кстати, он уезжает в Waterdeep. Он сказал, что ты мужчина-человек в моем переводе, хотя ты не человек. Человек есть. Ну, в общем, он уезжает в Waterdeep путем растворения в стиле. Так он и так в Waterdeep, дебил. Так он под ним. Разговаривать больше со мной, да, потом? Так, мы хотели сходить в дверь вон снизу. Это самое главное. Кто тут на шипов накидал? В дверь. Это не блин, ой, зачем? Ой. Зачем? Нас отрезало, нас разделило. Все. Нет, нас... Рандор. Нас склеило, нас сделило. Антони, мы отрезало, склеило. А вот и дверь та самая, которую я предлагал сразу. Ой, там остается. Там порошок. Порошок, наверное. А чё порошок-то надо взять? Потому что нафиг. Закрыто! Да? Сейчас. Нет, тупой теневой лорд. Не трогай дверь. Дверь-то можно трогать, ничего страшного. Вызванный теневой владыка. О, нифига. Выпущите меня. Ой, тихо. Сундуки впереди вас искрят с волшебством. А, слушай, тут какие-то сундуки ложные, какие-то не ложные. Так. Будут пропадать? Блин, ну ловушек на них я не вижу. Так. Или тут можно только один открыть, по-моему.
Давайте великий вот этот сундук в конце откроем сначала. Может, сохранимся сначала? Давай сохранимся. Давай, точно. Да. Хорошо. О, жадность, жадность. Давай, 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 открываем. О, нет! Эля, ты че, мышь ты? Да получай! Не, нифига себе, она дружественная была. Че, попробуем другой? Да, я думаю, это бесполезно. Да? Разве? Ну, мы потом можем это попытаться. Ай, да ладно, ничего страшного. Да, так. Вот у меня, знаете, такое ощущение покидает, что что-то вот на западе все равно осталось что-то неисследованное. Ой, что такое? Кого коцает? Это ловушки. А, тут статуя-то дурацкая. А, статуи еще живы. Ну, я ломал. Они ломал. Не разрушаются. Разрушаться я убил, кстати, но вы убежали, я не стал ее ломать. Так, а вот тут ой, интересное ой, есть ой, что-то? Ой, как вот где-то попросил. Вот здесь может быть дверь. Возможно, что вот здесь внутри. Ну да. Что это было здесь? Ну посмотрите, есть ли здесь. Там лабиринт. Там какой-то лабиринт. Так это ж лабиринт, который мы отключили. Тут орк. Остался орк. А вы куда пропали-то все? В разные стороны пошли? Ну, разведывать, да? Так, ну нет, здесь никаких дверей нет. Так, а где там он оставил порошки-то, я не понял. Так... А, в дверь! Мы ходили вот... Мы не ходили вот в эту дверь, по-моему, да, в секретную? Ты опять про ту же дверь, в которую ты тыкался в начале серии? Да, вроде да. Да нет, мы ходили, там куча-куча всяких этих дверей. И они ведут в никуда. Можно на юг сходить, в общем. Там, видимо, фея живет. На юг. Так это, я не понял. Где вот эти вот бочки с порохом-то, с черным? Не знаю. Они в другом... Он не сказал? На юге? Они в владениях этой феи. Явно не на этой локации, понятное дело. Ага, в Любершрайке. Ну, значит, на юг. Любершрайк на юге. А может, вот в выход? Так ладно, что, пошли нет, тогда ну... назад, наверное. Выход это... Центральный. Это выход. А, кстати, выход. Выход и это выход. Вот выход в разные части, по-моему, с комнаты. Давайте пойдем в этот выход, в который ты пошел. Ну да. Пошли в выход. Мы там, ну да, мы оказываемся в центре. Еще... На первой локации еще не все даже исследовали. Да, вроде все. Ну вот, видите, слева на западе такой длинный-длинный коридор. Да, мы да по нему не бегали. Есть. Что-то нашел? Где? Ты. Нет. Ты тут подошел, зал зеркал. Здесь есть. Тут мы были. Нет, нет, я ищу. А, зал зеркала это. Блин. Где мы не были, это... Ну, получается, надо идти на юг. Да, на юг. На юг. Что, в следующей серии на юг пойдем, наверное. Ну да. Я думаю, имеет смысл. К тому же, мы недалеко от торговца, мы успеем все сделать. Контрольная точка, все дела, да. Ну, в общем, тогда ладно. Тогда мы заканчиваем серию на этом, и мы увидимся в следующей серии. Вот так вот, а вы как думали? Спасибо за внимание, канал Благородных Песов, Валинард, Холмс, Рандор. Блин, хотел сказать Бурый Пес, но его с нами нет. Ладно.